Друзья, всем привет! С вами Санек. И сегодня видос будет про карабасы, про КПП. Как определить, какой КПП находится перед вами. Многие даже не задумываются, покупают их на разборках, на металлоприемках. Кому-то дарят карабасы, да? И они, люди некоторые даже не знают, какой КПП перед ними находится. А их бывает три вида. ВАЗ-2101, ВАЗ-2105 и ВАЗ-2106. Сейчас в этом видосе я все вам покажу и расскажу, как за считанные секунды определить, какой карабас находится перед вами. Ну а перед тем, как начать определять, где какая коробка, а мы их будем определять 5 штук, 4 на верстаке, 1 на тракторке. Немножечко цифр для общего понимания. Значит, распечатал специально список всех коробок. Нас интересует ВАЗ-2101, ВАЗ-2106, передаточные числа, и ВАЗ-2105. На семерках ставились коробки в основном ВАЗ-2105, так как у них передаточные везде одинаковые. Вот. В чем отличие? На 2101 более короткие передачи. То есть коробка является самой тяговитой среди трех видов. 2106. Самые длинные передачи. Коробка считается самой скоростной. 2105 – такой среднячок между 0.1 и 0.6. Данный файлик я сейчас сделаю скриншот. Вот он перед вами. Кому надо, можете поставить на паузу, либо сфотографировать, либо сделать скриншот для того, чтобы понимать, о чем идет речь. Далее. Я уже показывал в прошлом, как, не в прошлом, а как-то в видосе, как определить главную пару, не разбирая моста. Этот видос пойдет конкретно о том, как определить, какая же главная пара стоит. Ну, в данном случае, вот у меня лежит мост. Вот как его определить? Не раскручивая. И причем быстро и точно. Тоже распечатал специально. Сделаю вот здесь вот вставочку. Можете посмотреть. Также поставить на паузу. Сфотографировать, сделать скриншот. Кто не видел, мужики, видос про мост, как определяется главная пара, ссылочку оставлю вот здесь в углу. Переходите, смотрите. Возможно, кто-то еще не знает и не видел. Поэтому по цифрам показал, да, точнее по коробкам. Теперь расскажу, как определить. Ну, постараюсь сильно не растягивать с этими цифрами. Вам оно как бы сильно не надо. Но для общего понимания можно взять абсолютно любую передачу, кроме четвертой. Четвертая передача у нас прямая, равняется единице, да? Один к одному. Все, на всех коробках. Я буду проверять коробки на третьей передаче. Будем сейчас вращать первичный вал, и чтобы его слишком долго не маслать, все-таки самое у нас получается ближе к прямой. Это третья передача. Что нужно сделать? Нужно передаточное число, мужики, умножить просто на 10. И получается у нас равно, в данном случае, вот 14,93. Приблизительно округляем. Получается 15. Мне вот эти сотые
Я на глаз их просто не замечу. Для, как говорится, ровного числа. Дальше, третья передача. Умножаем на 10. Равняется 12,89. Приблизительно, это 13, мужики. То есть, в большую сторону. Сейчас поймете, что это значит. Дальше, 21,05. Третью передачу умножаем на 10. Равняется 13,61. Приблизительно, это 13,5. Запомнили, да? Числа запомнили? 13, 13,5, 15. Это все, что нужно знать. И таким образом, еще раз повторюсь, можно проверить на любой передаче. То есть, если будем проверять на первой передаче, то 33,753 умножаем на 10, получаем 37,5 раз. Ну, я округляю. Также 32,5 раза, грубо говоря. Плюс-минус. Ну, визуально это будет, ну, незаметно вообще. Метка должна будет совпасть с меткой практически. Там ошибиться будет невозможно. Ладно, харе ля-ля. Давайте покажу, как говорится, на практике, как это дело происходит. В общем, что нам понадобится? Понадобится какая-нибудь струбцинка, чтобы вращать вал было удобно. И маркерок. В моем случае знаете, да, что это такое. Включаем везде третью передачу. Знаете, как ее включать. Вот, везде они включены. Теперь беру маркер. И вот делаю меточку. В любом месте. Только не на крышке вот этой метку ставить, а на самой коробке. Здесь вот зачистил немножко вот мазута. Все, вот метки у нас, мужики, есть. Две штуки на вторичном валу. Будем так говорить. Дальше цепляю струбцинку. Я вот так вот зацеплю. Просто ее вот так на край, так как колокол не обрезан, чтобы не цеплялся. Струбцинку мне так удобно. Вот вниз смотрит, значит тоже по нулям. Здесь метка есть, здесь как бы метка есть. И теперь вращаю, мужики, для начала 13 раз в любую сторону. И считаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Все, вниз опустилось. Смотрим. Метка как бы вот вниз. Метка как бы немножко в стороне. Дальше у нас что идет? 13,5. Поднимаю еще на полоборота. Метка как бы не дошла. Дальше идет у нас 14. И, мужики, 15. Вниз. Метка совпала. Соответственно, эта коробка у нас 21,01. Самая тяговитая, можно даже написать. Вот так вот. 0,1. Чтобы в дальнейшем уже к ней не возвращаться. Также делаем следующую. Ну а дальше проверяем, мужики, второй карабас. Также поставил метку. Я их уже сразу отметил, чтобы уже к ним не возвращаться. Ко вторичному валу. И вращаю 13 раз в любую сторону. Ну, как мне удобно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Смотрим. Если сейчас метка совпадет, значит, это коробка 0,6. Метка ушла дальше. Значит, не шестерочная. Делаем 13,5. Поднимаю вверх. Смотрим. Метка не совпала. Значит, не пятерочная. 14.
15. Смотрим. Метки совпали. Следовательно, карабас у нас, повторюсь еще раз, кто не понял, 15 21 01. Помечаю для себя 21 01 на будущее, чтобы не путаться. Переключаю струбцину на следующую. Третья коробка, также струбцина, также метки. Вращаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Вниз. Метка почти совпала. Проверяем дальше. 13,5. Нету. 14, 15. Метки нету. Следовательно, что делаем? Возвращаем назад на 2 оборота. 14, 13. Метка максимально стоит близко. У нас здесь идет 12,89. Это у нас 13. Но будем считать, что 89 где-то вот здесь. То есть 12, ну не полных 13 оборотов. Следовательно, самое близкое к 13. Это шестерочная коробка. Я думаю, понятно, да? Я же говорю, это все делается элементарно просто. Пишем где-нибудь 21.06. Это самая скоростная. И четвертая. Еще разок. Все на месте. Ну, извините, мужики, проверяю при вас. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Меток вообще нет. 13,5 в стороне. 14, 15. Метки совпали. Соответственно, коробка 01. 21 01. Вот так все просто. Информации на корпусах вы никакой полезной не найдете. Здесь будет стоять маркировка ВАЗ 2101, каталожный номер, там еще другие моменты. Также и вот на шестерочном карабасе также будет написано 2101. Это деталь никак не относится к первичному и вторичному валу. Вот, информация, я имею в виду. Вот. Здесь на тракторке вот, снял вот эту защиту. Также ж все дело, не знаю, там, наверное, не видно. Отметил на шкиве, прокрутил шкив на третьей передаче, при этом вывесил колесо одно. И оказывается, здесь тоже стоит 01 коробка, то есть самая тяговитая. Вот такие вот, мужики, дела. Если будете выбирать, знаете, как просто и быстро проверить. Кому-то нужна скорость, пожалуйста. Коробка 2106, редуктор 3,9. Скорости будет не занимать, но при этом тяга будет на маломощных моторах, да вообще будет тяга поменьше, чем, допустим, на копеечном редукторе, да, и копеечной коробке. Здесь будет уже хорошее отношение. Двоечный редуктор — это редкость. Но мне вот попался, я его сюда себе поставил. Соответственно, маломощный двигатель,
тяговитая коробка, тяговитый редуктор, мотор чувствует себя, соответственно, хорошо. Все, мужики, на этом можно, в принципе, закончить. Единственное, да, поняли, по шестерочной коробке. Не 13, а 12,89. То есть, слегка, чуть-чуть, ну, ошибиться невозможно. Вот, как-то так. Я думаю, ролик полезный. Можете у себя посчитать, у кого-то, может, снятые карабасы. Пишите в комментариях, какой карабас у вас имеется в наличии. Можете даже на тракторке проверить, чтобы для себя знать, что к чему и почему. Все, всем пока. С вами был Санек. Скоро увидимся.